Меньше чем через месяц во Владивостоке стартуют первые летние международные спортивные игры «Дети Приморья». Торжественная церемония открытия состоится 2 июля. В играх примут участие команды из всех 34 муниципалитетов края, а также из Китая, Беларуси, ряда регионов России. Среди участников будет и сборная Владивостока. Конечно же, в числе этих команд будет и представлена команда города Владивостока, которая на сегодняшний день... Я думаю, что старается, и мы в первую очередь возлагаем на нее надежды. И я надеюсь, что это будут одни из самых лучших ребят, помимо детей Приморского края. Так как они международные, город Владивосток примет и детей Белоруссии, и детей Китая, а также из наших уже добрых побратимых республик Луганской и Донецка. То есть ребята приедут и впервые некоторые из них поучаствуют уже в таком масштабном большом событии. Соревнования пройдут по 11 видам спорта: плавание, борьба, мини-футбол, легкая и тяжелая атлетика, баскетбол 3x3, бокс, пляжный волейбол, самбо, бадминтон, настольный теннис. Возраст участников в зависимости от вида спорта от 12 до 16 лет. Владивостокская команда – это 55 спортсменов. Последние недели перед стартом они усиленно тренируются. Уже сегодня они ведут активную подготовку. Легкая атлетика каждый день тренируется. Я надеюсь, им это поможет. Как раз-то у них есть уникальная возможность. Они тренируются на тех площадках, которые будут уже через месяц принимать соревнования. То есть наши ребята, сборная по легкой атлетике, каждый день проходят тренировки на «Динамо». И у них есть возможность, и я думаю, что родные стены им их обязательно помогут. По мнению организаторов, настрой у владивостокских ребят боевой, хотя и соперники у них достойные. Участие в таких играх – отличная школа для молодых спортсменов, возможность проверить себя, увидеть соперников, показать свои силы и способности – это очень важно в спорте. Многие из них в дальнейшем смогут представлять Приморский край на различных стартах России.